И всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня я расскажу о React-боте Факичака 9KDAO. Также будет 5 призов по $100 на баланс бота. Чтобы их получить, оставьте коммент по теме видоса, подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании и Факича. 2 лучших комментария и 3 рандомных по теме получат призы на свой счет в бота. Самые главные преимущества бота. Он очень простой, удобный. Прям не нужно думать, так как я тестил разных ботов, не нужно никаких знаний по программированию и тому подобное. А просто нужно прочитать короткую инструкцию, которую я потом покажу, деньги на кошельке и в самом боте. И все, мы можем крутить аки. Я считаю, бот отлично подходит для повторных активностей. Многие мои знакомые сделали аки под ретродропы, но забывают о регулярных небольших активностях. Даже я иногда забываю, потому что все-таки аккаунтов много, и руками это делать довольно сложно, даже с воркерами. Как работает бот? Прямо покажу настройку прогона аков. Например, Layer Zero. Хочу сделать повторную активность. Выбираю Layer Zero. Маршрут. Так, это слабее аки. Выберу маршрут получше. А именно, 6 или 5. Еще не определился. Далее отправляю txt-файл с приватниками, чекаю, сколько там нужно на кошеле минимум иметь. Например, для 5-го маршрута не менее 0,03 и 51 эфира в сети арбитром. Закидываю, еще раз проверяю, все ли я правильно сделал, скидываю приватники и скрипт запущен. Также и со старкнетом. Чекаю, сколько стоит прогон, а именно 4 бакса, закидываю минимум 0,02 эфира в сети арбитром и запускаю. Также в файле вы можете отправить огромное количество приватников от ваших кошельков. Я обычно по 20 кошельков прогонял. Основные функции. Прогон под Layer Zero, множество маршрутов. Сейчас все прогоны с большой скидкой, так как снапшот был. Идеально для поддержания активности, считаю. Также можно гонять ZK Sync, Zoru с 3 маршрутами, Bridge 2 Минта, даже Snapshot Water и Starknet. Как буду делать я? Я по фану прогрею часть кошеля от Layer Zero, то, что давно я их не открывал. Кстати, многим на заметку. Думаю, о начальном количестве аков держите в голове, что их нужно будет периодически прогревать, на что тоже уходят средства. Сделаю сколько-то аков в ЗК и Старкнета. Еще думаю о Зоре. Моя стратегия. На ЗК и Старкнете буду периодически совершать активности через бота, а также делать часть активности руками, которой нет в боте, ну и тому подобное. Безопасность. Доверяй, но проверяй. Часть аков у меня полностью сделаны руками, часть разными ботами. Факич давно на рынке. По рискам, ну, бот не хранит приватники. В любом случае, все ошибаются, и я готов, что что-то может пойти не так. Поэтому на вашем месте я бы разделил аки на ручные, ручные ваших воркеров, аки смешанные, ручные и прогнанные разными ботами. Считаю, это максимально вас обезопасит. Вывод. Бот отличный, много функций уже есть, и много еще будет добавлено в будущем. Также розыгрыш. Не забывайте оставить комментарий по теме видео, подписаться на мой телеграм и Факича. 5 комментариев выиграют по 100 баксов на баланс бота. 3 просто по теме видоса на рандом и 2 лучших. Всем удачи, вопросы можете задавать в комментах. А также написать, сколько у вас аккаунтов, что сейчас гоняете, сколько у вас уже условно ретродропы. Я, честно говоря, не считаю особо деньги. А как начинаю считать, понимаю, что ну довольно много. Я же делаю ставку не на количество, а скорее на качество и на средние аки. Вот как-то так. Работаем, 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 много работы, пон.